судаке на Генуэзской крепости стартовал исторический фестиваль «Город мастеров». В течение 2 недель по пятницам, субботам и воскресеньям здесь можно будет пофехтовать с настоящими рыцарями, покрутить гончарный круг, пострелять из лука и арбалета. Любителям необычных сувениров в «Городе мастеров» будет на что посмотреть и что купить. От латунных браслетов и льняных рубах до самых настоящих боевых доспехов. В этом году фестиваль посвящен 1800-летию судака и будет проходить в 3 этапа. После «Города мастеров» 27 июля здесь откроется «Железный город» – фестиваль кузнецов. А в августе ожидается генуэзский шлем, на котором кроме сувениров можно будет увидеть еще и настоящие рыцарские бои. Кстати, вход для жителей судака свободный. Правда, для того, чтобы попасть на крепость, нужно предъявить паспорт с местной пропиской.